Теперь нужно посадить эту голову на шею. Я ее поправил. Теперь она смотрится кругленькой. Замечательно. Смотрим. Вот так она смотрится. Вот. Можно теперь ее немножечко поднять. Вот так. И здесь поставить цилиндр. Цилиндр. Вот так. Такой длинный нам не нужен цилиндр. Голову чуть-чуть вниз. Так, ну и ему нужны топливные баки, типа, или что-то такого, как вот в скафандрах. Давайте мы сейчас это сделаем. Сюда поставим сзади него. Тут уже очень просто все. Возьмем кубик. Подходящие. Вот таким он должен быть. Так, по высоте, наверное, это слишком много. Посмотрим. Ну, конечно, он даже до гусениц достает. Нам это не нужно, да? Сейчас посмотрим, или мы его наоборот над гусеницей подымем, да, нет? Надо его вот так сделать. Так, и чуть вниз. Вот это хорошо выглядит. Филет. Единственное, что его надо оставлять таким, или все-таки его я думаю, что его оставим таким, как он есть, сделаем только крышки. Отдельные крышки сейчас сделаем. Так. Отодвинем теперь. И правильно все. Выбираем вот это и вот. Да, одно, наверное, достаточно будет. В принципе, можно сделать проще. Хотя можно и так. Мы возьмем этот способ. Shift. Вот так. Так. И теперь. И теперь в круговую выделим. Вот эти вот полигончик. Раз полигончик. Два полигончика. Теперь мы ее можем запросто Shift. Вернее, Ctrl. Создать якобы крышки. Вот так.
И чтобы мы могли их покрасить потом в нужный свет. Я хочу вообще это отделить. Куб. Попробовать вырезать Ctrl X. Это не получится так. Тогда мы попробуем это сделать следующим образом. Disconnect. Ну, прекрасно. Единственное, что сейчас чуть больше сделаем. Так, и вот теперь оно внутрь зашло. Теперь мы можем убедиться, что это то, что нам нужно. То есть ранец с двумя крышками. Но нам надо довести до конца это дело. То есть возьмем вот этот. Во-первых, вытянем его немножко вперед вот так. И теперь его сожмем вот так. Так будет лучше. То же самое сделаем здесь. Возьмем этот лупчик, сожмем их сначала. А потом для полного счастья еще зажмем Ctrl и выведем вниз. Вот так. Для этого. В этом случае вверх. Ну и готовенько что. Теперь можно подвать. Ух ты. Select. Ну и теперь подведем. Это, конечно, не кубик, это ранец. Вот сюда. И сделаем два крепежа. Это простые трубки. Трубка одна. Развернем на X. Так. И сделаем маленькую. Вот так. Раз я сюда. Так как это детский робот, мы не будем тут переусердствовать, делать гофрированные какие-нибудь шланги еще оттуда. Это уже лишнее. Так, мы просто сейчас продублируем. Симметрию сделаем. Раз. На X, Y. А так, симметрия должна у нас быть на X, Y. Вот так. И смотрим, да, вот он теперь соединился, теперь все правильно. Чуть-чуть присоединим вот так. И последнее, что нам осталось, это вот в этих отверстиях сделать нужные нам закрывашечки. То есть возьмем сейчас в этом случае сначала вот тут закроем. Так. Z. Перенес сюда. И сделаем
все надо подгонять будет. Вот что-то сделать сбоку. Хотел иметь полукруглую такую. Мне это не надо. Поэтому мы сейчас уменьшим количество. Ну тут ясно. Высоту вот так мы сделаем, да? Да, это то, что нужно. Вплотную не надо. Мы будем 17,5 сделаем. Сейчас 17. Ну-ка. И 17. Угу. Так, есть у нее скругление или нет? Так, я думаю, будет красиво. Ну, если нужно скругление, то мы сейчас ее превращаем в обычные. Берем предмет, объект. Берем сейчас тогда, где у нас? Я буду bevel делать. Select, loop. Вот так. И теперь bevel. Ну, ясно, что нам придется теперь весь этот эртанк выделить сначала. А теперь сказать ему, что парень, оптимизировать мне нужно. Так. И вернемся сейчас снова к нашему. Теперь все будет нормально. Иногда не прилипают эти. Вот. Вот так мы с вами сделаем. То есть понятно, да? Далее мы сделаем, естественно, здесь connect, чтобы у нас с обоих сторон это появилось. А где он у нас? Ах, не connect. Господи, зачем мне это? Connect. Мне нужна симметрия, ребята. Бывает иногда. Задумаешься. И так, симметрия по x, y. Вот они. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, ну и нам нужно еще сделать это вот здесь. Потом здесь, здесь, здесь. И все, мне кажется, да? Ну, пусть, то есть это просто повторение. Сейчас сделаем. Так, сейчас мы это все объединим. Напишем что-то. Робот, детский робот. Так. И посмотрим, как это у нас выглядит. Ну, хорошо выглядит.
Мы это еще можем поповорачивать, естественно, посмотреть на самом деле. Так, дисплей. Вот так. Вот так, в принципе, мы с вами за несколько занятий самостоятельных изготовили вот такого неплохого детского робота, который можно использовать для тренировок, изменять что-то здесь, какие-то добавлять элементы или использовать те знания, которые получены, делать своих роботов. Потому что этого я не советую делать. Я его сейчас покрашу, сфотографирую и как бы отправлю на стоки. Вы же не хотите, чтобы кто-то написал: «О, ну вот тот у того украл». Вот. Поэтому делайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Покажу несколько финальных картинок. Ну и на этом все. Всего доброго, друзья. До следующих встреч. Пока.